Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Политинформания», радиостанция «Народная волна Чикаго». Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Вопросы веры, религии, современная Россия, война в Украине. Сегодня мы беседуем с диаконом, отцом Андреем Кураевым. Отец Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Отец Андрей, большое спасибо за эту возможность побеседовать с вами и обсудить довольно насущные вопросы, касающиеся и России, и Украины. Отец Андрей, как я понимаю, искренность в любой вере – это как бы основа основ. Но когда я вижу современных руководителей, российских руководителей в храме, которые крестятся, держат свечку, мне кажется, эти люди, бывшие коммунисты, комсомольцы, не говоря уже про Владимира Путина, который много лет служил в КГБ, мне кажется, в этом какая-то, вот есть такое слово, может быть, неправильное, неудачное, но мне кажется, в этом какая-то показуха. И мне кажется, что, может быть, проблемы современной России именно вот в этой показушке. Двойственности. Может, это от этого идет? Как вы думаете? Вы, конечно, хозяева вашей передачи, поэтому я не знаю, начиная с какой минуты, я могу с вами не соглашаться. Но начну с первой минуты. Дело в том, что нет, искренность – это не основа основ религии. Ну, например, Алексей Федорович Лосев, наш величайший знаток античной культуры, говорил, что древний римлянин не столько верит, сколько не доверяет своим богам. И главное было в том, чтобы жрец, то есть римские боги, они считались очень обидчивые, очень мстительные. И поэтому, если ты совершил малейшую ошибку в ритуале, все пошло на смарку, надо всю молитву, весь ритуал начинать с нуля, заново. Кроме того, ведь в религии, все основные религии, они строятся по двум принципам. Как найти лидера, да? Это может быть наиболее компетентный человек, это может быть компетентность шамана, мага, это может быть компетентность ученого, раввина или муфтия у мусульман, или раввина у иудеев, или пастора у протестантов. Или же это может быть человек, назначенный на должность. И это вариант армянской церкви, православной и католической. Кому Бог даровал должность, тому он даровал Святого Духа. Это прекрасные слова Эразма Роттердамского в защиту исповедуемого им Рима-католичества. Да, так вот, соответственно, в такого рода религиях, институциональных религиях, как раз предполагается, что искренность – это хороший бонус, но главное, чтобы все было канонично. Канонически рукоположный священник, чтобы он правильно совершал формулу таинства. И тогда, может быть, не ради него, а вопреки его грехам, Бог как бы дарует просимое для вот тех людей, которые рядом с ним молятся, для обычных прихожан. Да? Вот, и поэтому, вот, мне горько сказать, но, в общем-то, лицемерие поэтому в наших институциональных религиях всегда было больше достаточно, или того, что обычно на обычном языке называют словом фарисейство. Вот, ну и здесь вопрос, на самом деле, очень непростой. То есть, легко это осудить, а альтернатива какова? Видите ли, в самом деле, никто из, ни от кого из других людей нельзя ожидать, что он будет святым. Нельзя требовать человека, чтобы он был чемпионом. Надо уметь принимать человека такой, какой он есть, с его своеобразием. И если в это своеобразие входит, ну, небольшая религиозная одаренность и небольшие религиозные потребности, но это еще не повод, чтобы выгонять его из религиозной общины. И поэтому, соответственно, и обычных людей принимают в нашей церкви, в общем-то, с минимумом требований. Вот, ну, может быть, ты пришел помолиться о своем любимом коте, ну, хорошо, давай, раз так, то давай. Не будем требовать от тебя исполнения всех там канонов, всех непрестанных молитв и так далее. Ну, а если это касается обычной бабушки, обычного студента, который перед экзаменом забегает свечку поставить в храм, и его не выгоняют за это, то чем политики-то иначе отличаются? Тогда из политиков получается спрос тоже как-то вот не очень большой. Вот. И это вопрос, перед которым вот уже который десятилетия буксуют и пасуют американские католические иерархи. Когда какие-нибудь публичные политики, начиная от уровня губернатора или конгрессмена, или президента, да, или кандидата в президенты, вдруг занимают публично позицию, ну, скажем, за разводы. Или отказываются запрещать аборты. А Ватикан от них это требует, да?
И вот очень непросто тоже для каждого католического епископа, как в этом случае строить свои отношения в дальнейшем с этим губернатором, конгрессменом, президентом и так далее. Так что это не только православная, только российская проблема. Она более широкая, что Бог, какими Бог готов нас терпеть, какими мы готовы терпеть друг друга. И при этом, конечно же, это серьезнейшая тема. Циничное использование религиозного ресурса в политике, начиная с электоральной борьбы и кончая уже просто государственной военной пропагандой в том числе. Отец Андрей, конечно, вы можете с нами не соглашаться, мы агностики, и тоже у нас есть огрехи, может быть, в наших будет вопросах, вы нас поправляйте, пожалуйста, мы будем с удовольствием и со смирением это принимать. А еще одна духовная вещь, я хотел бы спросить о морали. Мне кажется, вы человек, который родились в советской стране. Воспитывались в советской стране. Вам не кажется, что комсомольцы 70-х годов, нося свои значки, были более моральны и более верили в то, чем занимаются, чем сегодняшние люди, которые приходят в храм, крестятся, а делают вещи абсолютно противоположные? Вы знаете, в комитете комсомола МГУ я отвечал за теоретическую работу. Да, и поэтому кое-что о жизни комсомольцев 70-х годов я как бы знаю на своем опыте и могу вам сказать, что это вполне лицемерные твари. И это хорошо. То есть, благодаря этому, может быть, и Советский Союз и перестал быть тем, чем он был. Да? Вот. Так что я бы не стал их хвалить. В конце концов, лидер петербургских ленинградских комсомольцев – это Валя Матвиенко. Да? Да. Без комментариев, как говорится. Да, да. Вот. Кто знает, тот знает. Вот. Поэтому нет, я не думаю, что там было много энтузиазма. Там было много официального энтузиазма. Там были гениальные песни, которые Александр Пахмутов, конечно, писал для них. Да, был культ комсомольской романтики, БАМа, покорение Сибири и так далее. Вот. Но в основном люди доехали именно во время каникул, строя отряды, чтобы заработать на создание новой семьи своей первой, да, заработать на кооператив жилищный, еще что-то. То есть совсем люди уже не вдохновлялись в это время программой коммунистической партии и идеей построения коммунизма. Этого точно не было. Вот. Что было, вы знаете, я тут недавно вспомнил милую такую вещь. Вот в знакомых мне хороших домах Москвы и Петербурга вот было принято так. Пришли гости, причем такие, от которых особо скрывать ничего нет, близкие друзья. И пока хозяйка последнее приготовление делает на кухне, гости садятся в гостиной, и там есть журнальный столик, ну и они чем-то должны себя развлекать. Телевизор эту опцию исполнять никак не мог, советский телевизор, интернета не было, Wi-Fi не было. Да, поэтому что оставалось? Или изучать библиотеку хозяев, какие там книжки стоят, и интересоваться, где же вы такое достали, дефицит, да? Вот. А совсем просто на журнальном столике лежал огромный вот такой вот том журнала «Неккерман» или «Квелле». Это торговые каталоги. Когда не было интернета, тем не менее, уже в западном мире была торговля по заказам. И, соответственно, любой потребитель мог бесплатно получить каталог на текущий сезон. И в этом каталоге было все. Там фотографии, размеры и одежды, и автомобили, и мебели, и игрушки, и так далее. Чего там только не было. И можно было вот выписать номер, послать соответствующую заявку в эту компанию. Да, так вот, это было таким окошком в западный мир. И вот именно в хороших домах Москвы. Вот эти томики Неккермана и Квелле лежали годами, потому что не было возможности обновлять их каждый год, но вот было такое. И это более-менее как бы управляющий класс Советского Союза, все те же как бы комсомольцы, или повзрослевшие, или актуальные. И вновь говорю, что к этому времени идея коммунизма, она уже изрядно пожухла. Отец Андрей, а может ли человек в себе соединять искреннюю веру в коммунизм и искреннюю веру в Бога? Позволено ли это? Вы знаете, был такой анекдот в советские времена, те самые 70-е,
Вопрос армянскому радио. Скажите, может ли человек быть одновременно честным, умным и партийным? В смысле, членом коммунистической партии. Ответ был такой, что не может. Если он честный и партийный, то он не умный. Если он партийный и честный, и умный, то он не честный. А если он умный и совестливый, честный, тогда он не партийный. Да? Я тоже очень смеялся с этим анекдотом. Потом понял, что он на самом деле плохой анекдот. Он очень советский, просоветский. Это та же самая КПСС, просто вот мехом наружу. Потому что авторы и пересказчики этого анекдота, они отрицают за другим человеком право быть честным, умным и при этом инакомыслящим по отношению к автору анекдота. И это действительно такое нередко бывает, даже в том числе в либеральных тусовках, когда человек вот отторгается, потому что он где-то какую-то ять произносит и понимает не так, как вот в этой тусовке принято, в этом клубе. Да? То есть некая нетерпимость, она в разных партиях, разных кругах, разных культурах может пробивать себе дорогу и править мозгами людей и их чувствами. Да, так вот, конечно, Бог нас создал разными. Мы разные, да, и, возможно, в том, самые разные сочетания. В том числе и очень к разным вещам может прилагаться религиозность, искренние убеждения и так далее. Поэтому никогда не говори никогда. Отец Андрей, а вот вы сейчас упоминали интеллигентные дома, да, там был очень популярен писатель Леон Фейхтвангер, у которого была книга, одна из самых популярных, «Иудейская война». А вот сегодняшняя война с Украиной, можно ее назвать православная война или война православных? Или это некорректно с моей стороны вот так вот говорить? Как вы смотрите на это? Ну, все же, во-первых, иудейская война – это не война иудеев между собой, да? Это война за освобождение, война против оккупантов. Да. Второе, и в этом это немножко другое, чем то, что сейчас происходит. Второе, в те же 70-е годы, и даже чуть, ну, так, я сейчас могу спутать, да, напомню, 70-е годы, да, опять же, в тех же интеллигентских домах с определенным чувствами воспринимали китайско-вьетнамскую войну. Это как и называли ее первой социалистической войной. Потому что действительно впервые социалистические страны, официально социалистические, где компартия у власти, вот, они воевали друг с другом. Не с империалистами, не с капиталистами, а именно между собой. И это было очень важно для разрушения догм марксизма и ленинизма. Что же касается православных войн, то здесь надо сказать, что православные уже давно разрушили все возможные иллюзии отношения себя на этот счет. Потому что история средних веков – это история постоянных войн, в том числе и православных, между собой. Достаточно вспомнить, что один из самых знаменитых императоров Византии носит такое милое прозвище – Василий Болгаробойца. Да. Вспомним историю Руси, когда Киев, Чернигов, Москва, Тверь, Новгород и так далее постоянно воевали друг с другом. Все вроде православные, и тем не менее идет постоянная заметня, все друг друга бьют, и каждое княжество воюет по всему периметру своих границ. В этом смысле, опять же, пожалуй, сегодня имеет смысл напоминать тем людям, которые хотят увидеть какой-то религиозный подтекст в современных событиях, что, во-первых, тогда, когда древнерусские княжества, или не только древнерусские, но и вплоть до XVI века, в конце концов, война белорусов против москалей, да, потому что вот эта Литва, с которой тогда шла война за Смоленск и так далее, это уж Беларусь, белорусы, литвины – это белорусы прежде всего. Да, то есть с XVI века все это шло, но это не мешало церкви при этом быть единой. И это было бы очень интересно посмотреть и изучить, как удавалось в этой взаимной грызне князей сохранять церковное единство, в том числе в течение многих веков единство церковно-административное, когда один митрополит был на все эти княжества. Вот. Это значимо, конечно. И второе, очень важно сегодня не давать этой войне текущей религиозных атрибутов.
потому что там, где религия, там вечность. А когда войне присваивается религиозный статус, это означает этернизацию конфликта, то есть он увековечивается. То есть можно уступить территорию, можно заплатить контрибуцию, можно там кому-то уйти в отставку и так далее, но в порядке компромисса. Но нельзя же идти на уступки в вопросах религиозных убеждений. Это все религии мира это запрещают. Да? Поэтому очень опасно налагать какие-то религиозные нимбы на текущий конфликт. К сожалению, я очень четко вижу, что очень легко обе стороны сегодня бросаются прозвищем сатанистов. Отец Андрей, вера, религия для России всегда была одной из важнейших. И в том числе русская литература в лице ее великих писателей и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и многих других к этой теме всегда обращались и, как говорится, говорили о нравственности в своих произведениях, ну и в том числе о взаимоотношениях в семье и так далее, и так далее. У меня вот такой вопрос, почему до сих пор в России существует такое понятие, как низкопоклонство перед начальством? Почему вот это, может быть, я не прав, вы меня поправьте, рабское до сих пор в людях живет? Здесь опять я попросил с грязной водой не выбрасывать ребенка. Да? То, что люди способны договариваться. Вот вспомним такую простенькую теорию общественного договора, да, французских просветителей. То, что люди способны договариваться и благодаря этому создавать большие коллективы, это очень важно. Может быть, это и есть та причина, почему Homo sapiens все-таки победил более физически сильных неандертальцев. Да, потому что у нас более развита была речь, соответственно, коммуникация и возможность договариваться. Договариваться друг с другом и создавать сложные большие коллективы, в которых есть у разных людей разный функционал. Пресловутое разделение труда, разделение общественных служений. Вот. Поэтому есть слова Павла, знаменитые апостола Павла, что власть – это от Бога. Речь идет не о власти каждого домоуправа, а о принципе власти как таковом, да? Что вот люди могут договариваться и избирать себе вожаков или кто-то их слушаться и так далее. Естественно, что любой имеющийся у нас талант, дар, возможность мы можем использовать извращенно, во зло. Вот. И это касается и власти. Очень опасная вещь. Вот. Поэтому я думаю, что сегодня Россия дает всем социологам мира, всем политологам, всем педагогам очень важный пример. Смотрите, что бывает с человеком, который четверть века не отходит от власти. Вот. И напротив, вот поймите, зачем нужна переизбираемость? Зачем нужно менять правительство? Зачем нужен контроль над деятельностью правительства? А без этого все кончается невероятно плохо. То есть и представить себе было невозможно в 2001 году, что Владимир Владимирович Путин приведет страну, которая тогда поначалу вроде бы даже влюбилась в него, приведет ее именно к такому финалу. Все посмеялись над его словами, что там террористов будем мочить в сортире. Вот. А оказалось, что в сортир он опускает всю страну. Но он и сам тогда на это не рассчитывал, и у него тогда таких планов не было, он сам тогда наверняка был другим. Вот. Но произошла мутация. Вот. Поэтому есть известный афоризм, что политиков надо менять часто, и по той же, так же часто, как пеленки, и по той же самой причине. В России это правило решили проигнорировать, и вот имеем то, что нас сегодня имеют. Отец Андрей, на фоне войны очень стало интересно посмотреть на личности, на людей. Известно ваше критическое отношение к патриарху Кириллу. И в связи с... Давайте сделаем такой общий ответ, если вы можете. В чем является ли патриарх Кирилл олицетворением РПЦ? Или РПЦ олицетворение патриарха Кирилла? И в чем фундаментальное различие патриарха Кирилла и
Франциска, главы католической церкви? Я знаю, это немножко большой вопрос, но если можно вот так объединить. Ну, вы знаете, мне кажется, гораздо более жестко, чем я. На днях римский папа Франциск высказался о патриархе Кирилле. Он его назвал Кирикетто. Кирикетто ди Путин, точнее говоря. Это по-итальянски, а в английском переводе «Putin's altars boy». То есть, мальчик для алтаря, алтарный мальчик. Или прислуга, но по-русски шестерка. Да, то есть, вот самый младший чин, то есть, тот самый младший на службе, который вот министрант. Да, министрант и алтарник по-русски, но кроме того, смысл именно прислужник. Путинский прислужник. И папа сказал, что патриарх не должен опускаться и превращаться в вот этот Кирикет Туди Путин. Да, это печально. А теперь, так, простите. Я повторю, олицетворяет ли. При этом я бы прошу всегда не вешать всех собак на патриарха Кирилла. Дело в том, что хорошо бы отойти от просопографии, то есть описания людей, к какой-то аналитике культурологического уровня. Я понимаю, со времен Геродота история – это жизнь замечательных людей, жизнеописание великих. И когда кажется, что от насморка какого-то императора зависит судьба всего мира. И все же от Геродота до нынешнего столетия прошло много времени, и был такой человек, как Карл Маркс, который как раз очень хорошо говорил про крота истории, про то, что люди сами часто не понимают мотивы своих действий. И очень часто то, что мы говорим и делаем, и чувствуем, это определяется той матрицей, которую не мы создали, но в которую мы изначально были включены. Да? Позднее, соответственно, психоаналитическая школа Фрейда об этом же говорила на своем языке, в своем материале. Вот. Потом всякие структурные философии, структурализмы, лингвистическая философия и так далее. То есть весь 20 век работа шла в том числе и в этом направлении. И у культурологов тоже. То есть, скажем так, патриарх Кирилл исполняет, неплохо исполняет отведенную ему и желанную им роль православного патриарха. А эта роль, она изначально предполагает сервилизм. Вот в чем штука. Потому что все это началось не в России и не с Кирилла, все это идет с Византийской империи. Понимаете, есть известный принцип, хорошо знакомый в том числе, прежде всего, буддистам. Размеры моей свободы обратно пропорциональны размерам моих хотелок, моего аппетита. Чем больше мне хочется, тем легче я управляем, тем меньше моя свобода. Ведь когда-то церкви захотелось быть универсально вселенской, имперской. Дотянуться до всех, дойти до каждого. Но дойти до каждого путем убеждения не удалось. И поэтому, кто не умеет убеждать, стремится поработить, управлять. И вот уже очень рано, в IV веке, появляются и законы Римской империи, и каноны церкви, призывающие императора, дающие ему право использовать полицейскую силу для насаждения имперской ортодоксии. И вот возникает, в конце концов, идея симфонии византийской. Симфония, которая предполагает, что патриарх не вмешивается в дела государственного управления, а император в дела церковного управления. То есть, если патриарх кого-то назначил в еретики, то патриарх не назначает альтернативную богословскую комиссию для проверки, а сразу принимает карательные меры против того, на кого указал патриарший пальчик. И обратно, если царь поход собрался военный, то патриарх не досаждает ему вопросами, это справедливая война. А может, это несправедливо, а может, можно миром все решить. А упаси Господь, чтобы это не было агрессией или превентивным ударом. Нет, патриарх над тем в Византии все молчал. Если вот одна из моих коллекций, я стараюсь собирать уже много лет, истории публичных размолвок между патриархами и царями. И в Византийской империи, и в Москве, и на Балканах, в тамошних православных государствах. И вот выясняется, что вот эти публичные размолвки, они всегда касались темы постели. Или же, скажем, вопросы церковных интересов, церковное имущество или там ересь. Но практически никогда патриархи не осуждали царей за жестокость. Только два случая я знаю. Патриарх Арсений Константинопольский в XII веке восстал против императора, который
поступил крайне подло. Он был узурпатором, и он ослепил мальчика, который был законным принцем. Да. И вот патриарх Арсений восстал, но он тут же был собором епископа Фальшонсана, да, отправлен. Да. И митрополит Филипп, который аналогично восстал против жестокости Ивана Грозного. Но тоже и собором епископов он немедленно был Фальшонсана. Два человека на 2000 лет, честно сказать, маловато. Это точно не мейнстрим, это не, точно не культурная матрица поведения. И, опять же, я не знаю ни одного случая, когда бы патриарх попробовал бы уговорить царя не начинать войну. И уж тем более не знаю случаев, когда бы это, его просьба увенчалась бы успехом, это его интервенция в мирскую политику. Более того, вот сегодня буквально я читал письма святого Феофана Затворника. Затворник, да, то есть это очень хороший человек сам по себе был, я его очень люблю, его письма вот такие очень задушевные, хорошие, добрые. Ну, он затворник, он был епископом и оставил кафедру, ушел в монастырь, жил там много лет. И вот из кельи писал письма, вот много-много писем, да, лично не общался, а только так. И вот этот затворник, когда на дворе стоит там какой-то 1876, кажется, год, в общем, уже назревает последняя русско-турецкая война, на которой там Скобелев себя прославит и так далее. Вот. И вот еще накануне этой войны вот святитель Феофан, затворник, он держит у себя в келье карту Балкан. Он пишет письма, где вот говорится, вот обязательно войну надо вести так, вот такие-то корпуса должны осаждать такие-то крепости, основная армия должна при этом стремительно идти на штурм Константинополя и так далее. Да. И он очень хочет войны, он не скрывает, он пишет, да, мое сердце жаждет войны и так далее. По итогам войны он полагает, что нужна тотальная депортация всех турок вообще, откуда они пришли. То есть вообще Турция должна быть очищена от турок. Да, такой милый и, надо сказать, банальный европейский нацизм для 19 века – это нормально для всех, к сожалению, европейцев. И англичан, и немцев, и французов. Да, ну вот видите, русский святой тоже вот вполне в мейнстриме. Да? То есть подумаешь, там десятки миллионов людей взять и куда-то выслать вон, лишить родины. Между прочим, турки живут в нынешней Турции где-то с 12 века. Турки-сельджуки туда пришли. Да? Ну и так далее. Так что пафос насилия, разрешение на насилие, как церковное, государственное, так и частное для православного активиста, оно, к сожалению, прописано в культурных сценариях православия. Есть соответствующие жития святых, где вот это воспевается, да, какая-то святая мученица Феодосия, когда солдаты по приказу императора шли снимать почитаемую икону, император был противник икон, да, то горожане препятствовали им, и Феодосия крыша бросала черепицы и убила одного из солдат. Естественно, что после этого и она была арестована и казнена. И вот в православии она святая мученица считается, да, соответственно, ее поведение тем самым становится нормативным. Так надо, это можно, да. То есть вот это очень важно помнить, что, конечно, есть какие-то рекламные брошюрки у каждой из религий. Но у каждой из исторических религий, каждой из религий, которая жила многие века, есть традиция богословия ненависти. Обязательно есть. Есть какие-то авторитетные мужи, которые говорили, что можно. Пребывая в сознании Кришны, можно убивать. Или находили какие-нибудь там надлежащие места, хоть в Коране, хоть в Танахе и так далее. И находили примеры, что вот нужно и можно. Можно. Вот, поэтому... Я бы не здесь винил бы личности те или иные, а надо анализировать сам материал, почему такое стало возможно. Конечно, при этом, естественно, это не отменяет полностью личной ответственности, потому что всех учили, но почему же ты, сволочь, отличником стал? Мы помним эти замечательные слова из «Дракона» Евгения Шварца. Вот. Но все же хорошо бы и то, и другое. Так вот, найти диалектическое решение проблемы о роли личности в истории. Отец Андрей, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и через пару минут вернемся. Большое спасибо, не отключайтесь. Через мы продолжим минут. Этот разговор. Мы возвращаемся в программу «Политинформания». Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Вопросы веры, религии, государства, Россия и Украина. Мы беседуем с диаконом отцом Андреем Кураевым. Отец Андреев, вы с нами?
Да-да. Отец Андрей, есть вопрос, который мы задаем практически всем нашим спикерам. Несет ли ответственность российский народ за агрессию своего государства в отношении другого государства? В отношении Украины. Украины. На ваш взгляд. Есть ли вообще коллективная ответственность, как вы считаете? Я думаю, все-таки есть. Потому что одно дело, когда... Но ситуация, скажем, утро 24 февраля 2022 года, мы просыпаемся, нам сообщают новость о том, что войнушка началась. А другое дело, когда потом мы видим замеры общественного мнения, когда мы видим множество людей, которые с восторгом это принимают, которые и кушают эту пропаганду, ее распространяют. Ну, я не знаю, ну как? Я думаю, что в таких случаях ответственность есть, да. А вы могли бы сегодня повторить такое известное библейское выражение «не ведают, что творят»? Не хотят ведать. Не хотят ведать, люди не хотят впускать в себя другую информацию, не хотят разрушать свой уютный мирок, в котором мы в белом и пушистом, а вокруг всякие, понимаете, там нехорошие нацисты и так далее. Вот. То есть удобно чувствовать себя таким спасителем мира. Мы никогда ни на кого не нападали. Вот буквально сегодня патриарх Кирилл очень раз ту байку сказал, произнес в храме. Россия никогда ни на кого не нападала, мы только защищали наши священные границы. Да. И поэтому это некая очень важная механизм психологической самозащиты. И нужны какие-то очень серьезные события и усилия, чтобы сломать эту самозащиту. Потому что и на примере постнацистской Германии мы видим, что люди отказывались впускать новую информацию в себя. Вот. И нужно было определенное понуждение. Понуждение к тому, чтобы открыть глаза, понуждение к тому, чтобы услышать. Понуждение к тому, чтобы просто расслышать и принять чужую боль. Да? Вот, и чужую правду, и сделать эту чужую правду своей правдой. Это все очень непросто, это и есть настоящее покаяние. А если масса людей от этого отказывается, и при этом претендует на какие-то учащие позиции, лидирующие позиции в обществе, то тогда, да, они соучастники. Отец Андрей, вот в продолжении предыдущего вопроса. Вот почему... голос гуманиста Андрея Кураева слышен меньше, чем голос, ну, условного Владимира Соловьева или Ольги Скобеевой. Так, ну, во-первых, я не претендую на то, чтобы быть каким-то таким голосом. Мне дороги с юности мои слова Александра Галича, что голос мой лишь на 5 шагов слышен, но и это говорят слишком. Да. А кроме того, вопрос именно о доступе к медиа. То есть, видите, в российском телевидении, российских медиа напрочь исключена возможность нормальной и честной дискуссии на актуальные темы. Там есть так называемые эксперты с Украины, такие мальчики для битья, но которые просто ясно, что сидят там просто на зарплате, чтобы позориться и что-то мямлить и изображать полную прострабленность на каждой из передач. Да? Вот. Но это имитация дискуссии, а серьез ее нету там. Вот. Поэтому у них есть телеканалы, работающие круглосуточно в этом режиме, а у меня такого канала нет. Ну и слава богу, я как-то не хочу... Честно говоря, жалко. Жалко лидерам что, общественного мнения куда-то так за собой вести, у меня склад не тот. Отец Андрей, а вот легко ли или тяжело ли сегодня говорить правду? Правду о войне, правду об обществе, в котором вы живете. Ну, я думаю, что здесь, наверное, у каждого будет свой ответ, своя мера. Для кого-то это тяжело, для кого-то сложнее было бы не говорить это. Вот я, скорее, к этой категории отношусь, да? Мне тяжелее было умолчать. То есть в свое время, когда там 40 с лишним лет назад я для себя решал вопрос о своей вере, то вот я именно понял, что для меня остаться
в традиционном для моей семьи тогда неверии тяжелее, чем все поломать, уйти там, сломать там начинающуюся карьеру и так далее. Вот, и все-таки всерьез отнестись к религиозной тематике. Ну, вот и сейчас пока мне вот тяжелее было бы, наверное, поддакивать, да, или молчать. Но при этом, честно скажу, пока еще я серьезного именно административно-полицейского давления не испытываю. Да, хотя живу в Москве и как бы публично. И против войны начал протестовать еще даже до ее начала. Вот, поэтому не буду зарекаться. Отец Андрей, а в продолжение как бы темы, многие историки, рассуждая о России, говорят, что если бы много лет назад, много веков назад, Россия не приняла православие, а приняла, ну, к примеру, там, католицизм, или была обращена в протестантизм, то ее история, жизнь народа пошла бы по-другому. Как вы думаете, влияет ли вообще вера на жизнь человека, на его отношение к труду, на его отношение в семье, на его отношение вообще к жизни? Ну, несомненно, влияет. Во-первых, человек просто целостен, да, и поэтому все влияет на все, и все влияют на всех, это так. В то же время нет здесь какого-то такого однозначного автоматизма. Ну, давайте простой пример. Например, у народов Прибалтики никогда не было государственности своей. Они были то под шведами, то под немцами там, и так далее. Отчасти поляками, Российской империи. Вот. Но, тем не менее, это не помешало им создать достаточно демократические общества. Просто я помню, что в 90-е годы часто говорили о том, что русский народ не создан для демократии, потому что здесь никогда не было опыта демократического строительства. Ну, хорошо, а что у финнов был этот опыт демократического строительства или у эстонцев? Да, и тем не менее, я не думаю, что кто-то скажет, что у финнов не демократическое общество сегодня. Поэтому человек способен все-таки, нормальные люди способны обучаться. Главное, чтобы учителя были хорошие, было бы желание обучаться этому. Вот. Поэтому нет такой предопределенности, что вот если, скажем, некий этнос, некая культура, она ориентирована на византийскую ортодоксию, восточное христианство, то она будет, скажем, там будет плохая трудовая этика, или там они будут какие-то всегда только очень отсталые социальные механизмы. Например, Грузия, например, или Греция. А если берем США, то давно известно, что достаточно, что, скажем, многие старообрядческие русские семьи входят в бизнес-элиту американскую, как и старообрядцы-купцы в Российской империи, они в нее входили. Да, так что поэтому здесь такой предопределенности все-таки нету. Очень многое зависит от других также факторов. Ну, например, один из них – это то, что на севере Руси были очень бедные почвы, и поэтому здесь люди были более дороги, чем земли. Отсюда и, соответственно, охота на людей и их желание владеть людишками, прикрепление их к хозяину, даже не столько к земле, сколько к хозяину. Да? Это, конечно, значимо было. Ну и многое другое, конечно. Отец Андрей, в контексте войны Украины и России, каким вы видите будущее? Я понимаю, что война каким-то образом будет остановлена. Победа одной стороны или другой стороны, или это будет... А вот взаимоотношения народов, каким оно вам видится и в плане религиозном, и в плане личном. Ну, ближайшие даже, 50 лет, может быть. Ну, давайте не будем говорить 50, а вот в жизненной перспективе нашей с вами. С одной стороны, проще сказать, что никогда мы не будем братьями теперь, или что это на несколько поколений. Но перед глазами есть другой пример. Это Европа, которая смогла как-то залечить эти раны страшной мировой войны, единой мировой войны с 14 по 45 год, по сути говоря, это одна война, да,
Вот. И ничего, и уже очень быстро немцы и французы стали, скажем, создавать совместные структуры. То есть это было очень интересное, правильное и неожиданное решение элит этих стран. Да. И вплоть до написания совместных учебников истории. Чтобы не было там пежеративных рассказов, унижающих своего соседа. Так что если есть такая цель, если есть надлежащий инструмент, то можно, действительно можно понудить школьников к миру. Школьников можно понудить к миру. Вот. Другой вопрос, что будет ли такой единый центр образовательного, скажем, и медийного контроля для России и Украины или нет. Это очень неочевидно. Ну, а в целом я убежден, что независимо от того, где остановятся путинские танки, я убежден, что победителем будет Украина в историческом смысле. То есть, конечно, в эти дни рождается единая гражданская украинская нация. Это несомненно. И она рождается на жесткой, однозначно антимосковской закваске. И для этого, увы, именно путинская Россия сделала все возможное. Да. А вот для России, ну, для России, скажем так, в тактическом горизонте все кончится очень плохо, а в более далеком стратегическом, именно с религиозной точки зрения, может быть хорошо. Хорошо почему? Потому что учат только поражение. Победы – плохой учитель. Вот. А то, что Россию ждет поражение в этой войне, я говорю даже не о военном поражении, хотя я полагаю, что и оно более чем вероятно, иначе бы не было бы этого постоянного нарратива в российских государственных медиа о том, что у нас есть атомная бомба. Напомню, российская военная доктрина разрешает превентивное и первое использование ядерного оружия, если речь идет об угрозе национальным интересам России, выживанию страны как таковой. Да? Значит, если об этом говорят, значит, ситуация прогностическая сложная, мягко говоря. Вот. Дальше время санкций. Значит, Россия пропускает из-за санкций парочку научно-технических революций, которые будут проходить в 21 веке. И совсем не очевидно, что она из-под этих санкций, скажем, лет через 30 выйдет в состоянии освоить эти новые технологии, образовательные, коммуникационные и другие, которые за это время в западном мире станут банальностью, разовьются. Да? То есть, может быть, мы впадем в такую функциональную безграмотность, да, за это время. Вот. Так вот, поэтому жизнь России будет тяжела, даже если Киев будет путинским. Именно в случае захвата Украины все будет еще тяжелее, потому что разоренную, разрушенную дотла Украину надо еще будет содержать и кормить. А опять же, Украина, захваченная Россией, она тоже будет под санкциями. То есть здесь тяготы будут общие. Добавим, что еще и, по сути, сейчас уже провалена посевная кампания на Украине. Да? И это важно, потому что это всемирная житница черноземная. Ну, в общем, будет тяжело, но возможно, именно такова цена, которую надо заплатить за избавление от имперских фантомных болей, от наполеонских комплексов. То есть для того, чтобы у народа появилась жесткая аллергия, такой, знаете, как называется, нетолерантность как раз, к любому, кто начнет говорить о том, что о нас обижали, Россия должна быть самой большой, самой великой, нас должны бояться, мы имеем право там войти в любую страну соседнюю, потому что мы когда-то там уже были и так далее. Это все наше. Русский солдат никогда не уходит оттуда, где он однажды уже ступила его нога и прочее, и прочее. И вообще мы такие особо духовные, белые, пушистые, и за это, дескать, нас все ненавидят. То есть вот этот вот нарратив, который сегодня является постоянным из церковного обмана, в государственных медиа, вот для того, чтобы от него люди блевали, для этого они должны пережить очень тяжелые вот именно как отравление и понять причину, и должен кто-то объяснить им причину этой боли и этого отравления. Потому что мало, если ты блюешь, вот, а надо еще понять, а почему тебе бобота, что ты такого вчера выпил или скушал лишнего. Вот, и надо не бить врача, который об этом скажет, вот, а всерьез отнестись к его рекомендациям.
Так вот, я думаю, что Господь дает нам шанс вот такого покаянного возрождения через поражение. И в этом смысле, напротив, судьба, духовная судьба Украины, она мне представляется незавидной. Потому что, вновь говорю, Украина будет по-любому победившей нацией. Но, соответственно, это прекрасная питательная почва для роста национализма, да, для некой самоуверенности, для веры в то, что Боженька с нами, и поэтому он нам прощает, разрешает все. То есть, понимаете, там как бы свой Путин со временем может вырасти. И будет по-прежнему там процветать вот это вот самое богословие войны. Что дело Бога именно в том, чтобы благословлять наших солдат и нашу армию. Вот. А это, мне кажется, с Евангелием все-таки плохо сочетается. Отец Андрей, через пару дней весь мир будет отмечать День памяти, а Россия будет отмечать День Победы. Вопрос довольно сложный. В Советском Союзе разное было отношение к этому дню. В сталинские времена его вообще не отмечали, только в брежневские времена начали отмечать активно этот день. Но это был такой действительно День памяти. Сейчас Россия сделала из этого такое победобесие. Как вы думаете, почему сконцентрировано именно на этом? Только потому, что победа? Нет, безусловно, это продумывали кремлевские пиарщики, политтехнологи. Как бы это попытка создать гражданскую религию в России. И вот найти какое-то такое вот воспоминание историческое, относительно свежее, относительно позитивное и относительно универсальное. Да? А главное, чтобы в эту картинку можно было бы, знаете, как бывают такие вырезанные картонные изображения, да, или статуи. Вот можно свое лицо в них вставить, и ты окажешься то ли ковбоем, то ли там вождем африканского племени и так далее, а твоя белобрысая физиономия будет, тем не менее, вот в этой красоте вставлена будет она. Вот. Вот, и как бы поэтому миф о победе, это именно вот некий миф, да, творится последние десятилетия в России, вот, он делается специально так, чтобы можно было легко вставлять туда современных кремлевских персонажей, и чтобы и зрители могут сказать, да, вот мы продолжатели, мы можем повторить. Вот это очень опасное «мы», потому что на самом деле какое отношение мы имеем к тому, что было 70-80 лет тому назад. Да? Вот. Те люди смогли, сможем ли мы, вряд ли пока что мы не смогли, мы, вот это коллективное российское «мы» пока что не смогло отличить настоящий фашизм от картонного. Вот. И поэтому вопрос, с кем теперь у нас больше общности, да, из персонажей той старой войны. Так что, да, несомненно, здесь именно идет политическая манипуляция, и в этом сложность отношений, соответственно, во многих странах и обществах георгиевской ленточки. То есть сам по себе символ прекрасный, действительно, это были цвета имперского флага династии Романовых, и это была георгиевская лента еще в дореволюционной России, и там на Ордене Славы и так далее она тоже была в годы Отечественной войны. Но потом из нее сделали вот как бы такой символ с двойным дном, и именно это второе, оно стало все более и более навязываться. Да? И отсюда и возникло у многих людей некое отторжение, не надо, да. И поэтому вот на днях даже в Молдавии запретили эту ленточку носить. Отец Андрей, у нас остается буквально минута, даже секунды. Хотел бы задать вам короткий вопрос и, естественно, ваш короткий ответ. Главные слова сегодня на разделительной линии между Украиной и Россией. Гуманизм или покаяние? Ну, главные слова – это «не стреляй». Не стреляй, покаяние всегда хорошо для всех, независимо от партии, независимо от позиционирования по линии фронта. Вот. Но очень важно, чтобы отторгались бы тотальные оценки. Все украинцы такие-то, все русские такие-то. Вот чтобы этого не было. Вот стряхивать с себя вот такую тотально осуждающую лапшу, потому что тотальная ненависть, она в конце концов прикипает к тебе, и тебе самому она потом вредит.
Отец Андрей, огромное спасибо вам за это интервью. Дай Бог вам здоровья, бодрости, оптимизма. Мы надеемся, что мы не последний раз с вами беседуем. Было очень интересно. Берегите себя и до следующих встреч. И вы будете находиться в безопасности. Мы очень в это верим. Спасибо вам. Благодарим вас. Всего доброго. Всего хорошего.